мною принято решение о проведении специальной военной операции. Як і обіцяв, коротко і відверто. Що те? Свої свободи, що там не думали. Today's actions, we've now sanctioned Russia. Actions from the Japanese side. Выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры. Но к переговорам мы готовы. В любой момент. Хочу еще раз обратиться к президенту российской. По информации, что, мол, я закликаю складывать зброю.